Стихотворение называется «Фанкопер Алтуфьева». Управление наркоконтроля Центрального федерального округа обращается ко всем имеющим какую-либо информацию. Просит послушаться голоса, проникновенно доброго. Просит сливать своих пушеров и не позорить нацию. А мы, Твериновый жених и невеста, это мы телетестили, это мы траливали. Да на этой карте уже нет места, где бы нам чего-то не продавали. Мы оседали в своем сакрале, для нас эти схемы почти скрижали. Откуда мы только не забирали, куда мы только не заезжали. Жди, пока сядешь и чего-нибудь делай. НГ полистайли, орешки полуской. От отрадного до домодедовской, сухаревской, калужской, от киевской, до бауманской, от щелки. Щелковской, да кунцевской. Нас на Каширскую звали ставиться, нас звали дунуть на ВДНХ. И доносилось: красавец, красавица, до слуха невесты и жениха. А помнишь, ездили брать в Алтуфьево, кричала местная братья, а то его позорно сжимая, в качестве бонуса всех угостили под дых и полнус Алтуф, туф, его, туф, туф, его. А через неделю опять ничего. А через неделю опять ничего. Отрадного до домодедовской, сухаревской, калужской, от киевской, до баумбаумской, от щелковской, до кунцунцевской. Управление наркоконтроля Центрального федерального округа вас просит не плющить твердого, не курить мокрого, не разводить синего, не нюхать быстрого, не ставить белого и не есть кислого. Туф, туф, его, туф, туф, его. А через неделю опять ничего. Через неделю опять ничего. Слышу, как стонет вода по трубам, как в сети приборы под током бесятся, метали с балкона, падали трупами. На что мы убили эти 3 месяца? Но ты, Супермена приняв за бэдгая, не плюй на его нефритовый гаджет, ведь если кто-то скажет тебе, что любовь другая, пусть сперва какая она на себе покажет.